синий угол клетки. Добро пожаловать бойцу из города Волгодонск, Россия. Приветствуйте, Антон Бородавкин! А в красный угол октагона добро пожаловать его сопернику, боец из города Краснодар, Россия. Приветствуйте, Роман Кундаренко! Одной веры мы с тобой, одного бога рабы. Коли раба назовешь рабом, он или засмеется, или заплачет. Коли свободного русича назовешь рабом, он будет сражаться. Не понял тебя, Витязь. Страны у нас разные, но небо над нами одно, и Бог наш един. Мой Бог рабом меня не кличет. Течет по животу, так что промочила кофту. Уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу клетки боец. Ему 23 года, рост 183 сантиметра, вес 75 килограммов ровно. Чемпион Северокавказского федерального округа по кудо. Призер России по тайскому боксу. Чемпион Южного федерального округа по тайскому боксу. Профессиональный рекорд бойца. 10 боев, 7 побед и 3 поражения. Из города Волгодонск, Россия. Антон Бородавкин. А в красном углу клетки его соперник. Бойцу 32 года, рост 178 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Обладатель Кубка Черного моря по ММА. Профессиональный рекорд бойца. 21 бой, 16 побед и 5 поражений. Из Краснодара, Россия, Роман Кундаренко!
Рефери в клетке Владимир Лучко. Работаем по правилам Кейбана. Внимательно слушаем команду. Никакой борьбы. Желаю вам удачи. Первый раунд. Второй раунд. Хорошо, хорошо.
Третий финальный раунд.
Уважаемые дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей победу одержал боец в красном углу клетки!